Выставка World Food 2022 в самом разгаре. Рядом со мной Евгений Фольмер, компания «Магнит». Евгений, здравствуйте. Я знаю, что вы были спикером на одной из сессий. Что за сессия это была и о чем говорили? Добрый день. Сессия «Кондитерские изделия». Мы говорили о том, что происходит с категорией. Мы говорили о том, как правильно себя вести в меняющейся реальности, о чем не стоит забывать. И в том, что в первую очередь кондитерская категория – это категория эмоций, категория импульсной покупки. И то, как выстраивать коммуникацию между ритейлером, поставщиком и потребителем, чтобы эту эмоцию не терять, а только приобретать эмоциональную связь между брендом и конечным покупателем. Вы вот сказали в самом начале, кондитерская категория, если я правильно запомнил, импульсная, да, или вы сказали? Категория эмоций, совершенно правильно. А что происходит сейчас с этой категорией эмоций, если я имею в виду какие-то, ну, я не знаю, изменения вот этого года, например, или последнего времени, чего раньше не было, вы замечаете? Ну, на самом деле, пока, наверное, ничего кардинально нового не происходит. По крайней мере, мы стремимся сохранить максимально привычный набор для покупателя, максимально привычный ему ассортимент. Безусловно, у нас есть и потрясения в виде ухода ряда брендов, в виде каких-то вызовов по сырью, по упаковке. Мы стараемся на все это отвечать, и, на наш взгляд, у нас достаточно удачно получается. Пока кардинальных изменений мы предпочитаем не замечать. Да. Удачно, здорово, что удается удачно отвечать. И все-таки, скажем, прогнозы какие себе строите? Оптимистичные, пессимистичные? Может быть, вы скажете что-то среднее, реалистичное? Я не знаю, многие говорят. Ну, смотрите, было бы странно, если бы мы устроили себе пессимистичные прогнозы. Мы достаточно много работаем для того, чтобы прогнозы были максимально оптимистичные. Мы стараемся поддерживать производителей, кто выводит новые бренды, кто замещает те, кто ушел. Мы стараемся работать и развивать категорию. Поэтому мы смотрим вперед только с оптимизмом и на данный момент своими показателями довольны. А если предметно говорить, например, по категориям, которые, как вы упомянули, игроков рынка, которые ушли, насколько реально вот мы все заместим? Я думаю, что более чем реально у нас и был, есть, и думаю, что будет условный профицит производственных мощностей. Единственное, с чем нам стоит учиться работать, это коммуникация как раз, потому что понятно, что и те бренды, которые уходили, они вкладывали огромные деньги в продвижение, они вкладывали огромные деньги в то, чтобы их хотели покупать, и они умели это делать, да, поэтому я думаю, что если мы подтянем вот эту часть своей работы, то все будет хорошо, и, ну, действительно, сейчас покупатель открыт к чему-то новому, мы это видим, и появляются целые новые категории, да, в полезном питании и так далее. Поэтому все в наших руках, да, все в руках производителей. Абсолютно как какого-то там глобального кризиса мы пока точно не прогнозируем. Все в наших руках на этой ноте. Я предлагаю закончить оптимистично достаточно. Евгений, спасибо вам большое за работу здесь на форуме и удачи.